И, друзья, всех приветствую. В этом ролике я вас хочу категорически предупредить от покупки на текущий момент биткоина. Глядя на этот параболический рост битка, вам это ничто не напоминает, конечно же, декабрь 2017 года, тогда мы достигли вершины $19,600 и в конечном итоге упали до самого низа, это $3,300. И как раз между двумя пиками у нас есть четкий временной отрезок, это 4 года, то есть вот этот цикл был конец декабря, конец года, 17-й год. И у нас сейчас, если прибавить 4 года, как раз получается 21-й год, ровно 4 года. Поэтому сейчас, упаси Боже, покупать биткоин. Впереди мы должны ожидать коррекцию. Кстати, предыдущий цикл был как раз у нас тоже 4 года назад, это в 2013 году. когда биткоин вырос до отметки $1200 США. Вот тоже был большой такой цикл роста. И между вот этими циклами у нас проходит ровно 4 года. И есть еще одна закономерность, я вам сейчас ее покажу. Помимо того, что наблюдается закономерность 4 года, мы можем видеть отскок цены от максимума до минимума составляет примерно 80%. То есть первый у нас был пик в 2013 году, максимум цена 260, упала до 46, это 82%. Следующее, это в 2013 году, уже конца года, с максимума 1165 до 149, опять же мы видим ту же процентное соотношение 83%. 11 декабря 2017 года мы достигли 19600, упали в конечном итоге до 3300, это опять же 83%. И вот сейчас мы наблюдаем четвертый цикл, прошло 4 года, и следующего максимума у нас будет падение на 82%. И в марте мы должны увидеть цену за биткоин 14000. Это не самый низ цены и не самый верх, это просто цена будет в марте. Это очень сложно рассчитать, чтобы знать точно. Поэтому, если мы и заходить в биткоин, то я думаю, что лучше всего это сделать в марте. Если мы посмотрим на исторический график биткоина, как правило, весной курс всегда провалился, а осенью, а в декабре-январе он был на максимальных значениях. Всем удачи! Если хотите купить биткоин, воспользуйтесь криптовалютной биржей cx.io, ссылочка в описании. Этой биржей я уже пользуюсь много-много лет. Лондонская криптовалютная биржа ни разу меня не подводила. Ее удобство в том, что привязывается карточка Сбербанка, даже рублевая, не обязательно долларовую заводить. И с минимальной комиссией можно завести деньги моментально и при желании вывести. Всем счастливо, удачи!